Учебные заведения района, общественные организации и хозяюшки квартальные устроят смотр кулинарного мастерства на фестивале вареников в День города и района. Вареники приготовят с различными начинками, а некоторые – по тайным семейным рецептам, так как их готовили мамы и бабушки. Наши корреспонденты Тина Копачевская и Александр Косицын побывали в нескольких организациях общественного питания, посмотрели, как готовят главное кубанское лакомство и разгадали все секреты этого блюда. Особенно богатые и разнообразные традиции кубанской кухни. Самым известным и любимым блюдом среди казаков, которое всегда было на кубанском столе, это вареники. Повара ресторана Golden Grain Pub обещают накормить своими варениками весь город. При этом, как признаются кулинары, готовят они традиционное кубанское блюдо по особой технологии. Валентина Удовиченко работает поваром уже давно. Она поделилась с нашей съемочной группой необычным способом приготовления вареников. Мы их делаем с любовью. С душой и вкладываем душу в них, нашу любовь, улыбку, ну и настроение. Под веселую кубанскую песню любое дело спорится, а тем более такое кропотливое и тонкое, как приготовление домашних вкусных вареников. Ай, милый, варенички хочет, навари, милая, навари, милая, навари, хо-хо-хо, моя чернобривая. Узнав все секреты здесь, наша съемочная группа отправилась в столовую «Арника». Коллектив поваров нас уже ждал и принял не менее радушно. Каждый из них старался вложить в блюдо свою частичку тепла и хорошего настроения. А самое главное – это то, что когда повара готовят тесто на варенике, они добавляют исключительно натуральные ингредиенты. Все новое – это хорошо забытое старое. По такому принципу работают повара столовой «Арника». Главный секрет успеха вареников в том, что в них добавляют муку, соль, воду, яйца. Все просто и со вкусом. По старинному традиционному рецепту готовили еще наши бабушки. Повара столовой «Арника» пронесли этот рецепт через года, чтобы на фестивале домашним вкусом вареников насладились все без исключения. Технологии мы соблюдаем те, которые были, так сказать, разработаны до нас нашими дедушками, бабушками, то есть поколением, которое нам дало жизнь. Вот мы стараемся соблюсти их традиции, мы стараемся соблюсти их рецептуру и донести, так сказать, все-таки до нашего поколения, что все, что было сделано нашими родителями, все имеет воплощение в нашей жизни. Повара столовой «Арника» очень надеются, что приготовленные ими вареники, та вложенная частичка души и тепла, найдет отклик в сердцах людей, которые их попробуют на фестивале. Вот такие домашние, вкусные, приготовленные с душой вареники получились у работников столовой «Арника». И у вас есть возможность попробовать их на фестивале вареников. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».